Конокрадам увеличили срок наказания. Сегодня состоялся судебный процесс по делу трех барамтачей. Напомним, в 2010 году из нескольких районов Карагандинской области группа преступников похитила чужой скот. Общее число украденных животных составило больше 100 голов. В сентябре этого года апелляционный суд вынес приговор, но прокуратуру данное решение не удовлетворило. Теперь к вышеуказанному сроку заключения прибавили еще 3 года. Подробнее расскажет наш корреспондент. Дело положило свое начало еще в мае 2010 года. Предварительное следствие установило, что Абдикаримов, Каркенбаев и Ахметов, вступив в преступный сговор, совершили хищение чужого имущества в крупном размере. Как отмечают правоохранительные органы, подозреваемые тайно похищали лошадей, промышляя в Каркаралинском, Шетском и Бухаржиравском районах. По 6 эпизодам численность украденных животных составила 104 голов. Организатор преступления был приговорен к 4 годам лишения свободы, а двоих лишили на 3 года. Но, как выяснилось, областная прокуратура с данным приговором не совсем согласна. Надзорный орган опять подал апелляционную жалобу. Нужно отметить, что пострадавшие же претензий к обвиняемым не имеют. В случившемся они винят совсем иных людей. Я прошу вызвать на судебный процесс следователя Бухаржиравского района Мергенова, следователя области Абдикаримова и судью Бухаржиравского района Сарыбасова и помощника прокурора, потому что они виноваты во всем. А эти трое просто перевозили и выполняли их задания. Мы докажем, что прокуратура виновата, что все это они подстроили. Если потерпевшие намерены доказать виновность прокуратуры, то прокуратура области, в свою очередь, обвиняет подозреваемых еще по нескольким статьям. Они совершенно здоровые люди, ни в чем не нуждаются. Как они пошли на такое действие? Им нужно увеличить срок наказания. И в этот раз обвиняемые не смогли доказать свою непричастность. К ранее вынесенному приговору суд Карагандинской области добавил еще 3 года. Кто виноват в этой истории, остается загадкой. Кто именно является организатором преступления, тоже неизвестно. Рамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.